У 63-го региона есть все шансы стать крупным туристическим центром страны. Говорят об этом как власти Самарской области, так и участники туриндустрии. Для того, чтобы узнать город-курорт с его самой вкусной стороны, 3 года назад была создана гастрономическая карта России. Она помогает познакомиться с самобытной гастрономической историей и современным меню Самары. Город-курорт Самара, я надеюсь, получит какой-нибудь большой инфоповод скоро. И в следующий раз мы с вами увидимся в рамках какого-нибудь большого гастрономического фестиваля волжской кухни, который обязательно достоин этот город, в котором находится самое широкое место реки Волга. В этом году запускается мобильное приложение «Гид гастрономическая карта России». По словам создателей, 63-й регион тоже займет там свое место. Поддерживать туристический поток помогут новые подходы, уверены организаторы 7-го форума «Турпритяжение». Да, безусловно, у нас уже на протяжении 5-летнего периода времени количество приезжающих гостей удвоилось. Если в 2016 году количество составляло 600 тысяч человек, то 2019-2020 год был чуть хуже, уже более 1 200 000 человек. Такая же ситуация прослеживается, естественно, и в других городах, поэтому данные мероприятия, безусловно, полезны. У нас развивается город, принято историческое поселение, да, как сейчас идет как раз и регламент по историческому поселению, и в дальнейшем развитие. И обсуждение с туристической отраслью для нас очень важно. Ежегодно на площадке собирается более 1000 представителей туристической сферы. Операторы, экскурсоводы, ательеры и рестораторы. В этом году число участников ограничили в связи с эпид-обстановкой. Но у желающих есть возможность подключиться к онлайн-трансляции форума и задать экспертам интересующие вопросы. Мария Илчан, Константин Головин. События.